Доброго всем времени суток! Вы на канале Мигранточка, и с вами я, Василиса. Ну что, мы на терминале. Встали в очередь. Сейчас все будем заходить на корабль. Постепенно, постепенно, постепенно. Вот наш корабль-то уже здесь. Ну вот так как-то мы после бессонной ночи. Вот так я выгляжу. Вот, конечно, но что поделаешь, что поделаешь. Что мы зарегистрировались, дали нам вот такую табличку. Мы на посадку в группе 15. Дали нам набор карточки. То есть те карточки такие пластиковые, которыми будем пользоваться на протяжении всего круиза. Сейчас я вам их покажу. Вот они, наши карточки, где указано наш, кто мы есть, куда мы идем, куда мы плывем, номер каюты и все прочее. То есть на протяжении всего круиза мы ими будем пользоваться. Если хотим что-то купить, предъявляем карточку, конечно, там не работает. Так что сидим сейчас на посадочку. Те, кто амбассадор, те, кто люди заслуженные, или кто едет поиграть в казино, у них отдельный вход. Они идут отдельно и первыми. А мы вот ждем своей группы 15. Не знаю, где-то группа 15, они являются, что ли, я не знаю. Но самое главное, что мы уже все регистрации прошли, паспорта наши посмотрели, сейчас все это упрощено, потому что раньше тебя фотографировали, все что-то делали. А сейчас мы все сделали онлайн, да. И быстренько, быстренько весь процесс прошел. Дали паспорта, дали нашу embarkation код, чтобы они сканировали. И все, он посмотрел, все сверил, документы все есть. Спросили, были ли вы в Чайне, были ли в Сингапуре. Мы говорим, ну, и все. Нам сказали, идите. Мы сели сейчас на холодный металлический какой-то, с этим стулья ужасно. Не знаю, как можно, мы так металлическую холодную сделали. Вот. Ну, ничего, ждем. Сейчас покажу вообще, как народ, что чего. Сейчас я переверну камеру, вам покажу. Ну вот, все мы ждем. Нам воду дали, потому что те, кто амбассадоры, как в прошлый раз зашли, их кормят какими-то маленькими бутербродиками, а мы вот здесь сидим, все ждем. Сейчас пока люди с корабля выходят, сейчас там быстро все будут убирать, но нас загрузят, и мы можем пойти уже идти кушать, и уже там, как говорится, располагаться. Ну что, заходим, прорвались наконец-то. Hello, hello! Thank you! Прорвались чудом. Сначала шли сапфиры, амбассадоры всякие. У нас была группа 15-я. Ну, мы же как русские. Я подхожу к этой тетке и говорю, да поменяем карточки. Она говорит, нет. Я говорю, ты же на мужику дала, дай мне. Она мне, хоп, групп 2. И мы зашли уже. А так бы пошли 15-м. Там и 35-й, каких-то групп не было. Ну вот, вот мы грузимся. Get away! Ну вот, вошли. Сейчас идем есть сразу. Я не ела уже 15 часов. Проголодалась сильно. Группа A, куда-то идем сюда. В общем, пошли, куда мы хотели. Сейчас решим, что делать. Сейчас на лифты наверх. Как всегда, я все обычно. Кто не первый раз, то знает ориентироваться. Кто первый раз, не знает, куда идти. А мы знаем. Сейчас 7-й. На лифт. Sorry, thank you. Первое знакомство с кораблем. Тусовочной палубе мы. Сейчас проходим по улице, идем в Garden Cafe. Здесь идем правильно. Не знаю, вот эти первые пошли, и мы вроде за ними ввязались. Бар. Ну да, мы не там пошли. Нам все правильно идем. Ой, смотри, какие здесь чудеса, а тут какие-то пираты. Ой-ой-ой, для детей, смотрите, как сделано. Горки, в которых я застреваю, вот они. Корабль будет стоять, отплываем только в 3 часа. Мы на корабле. Сейчас
сейчас смотрим в казино. Есть такой автомат. Пожалуйста, рулончики вылавливай, сколько хочешь. Ну, если получится, конечно. Ну, вряд ли это получится, но вот рулоны с долларами лежат. Такие смачные, да? Ну, как вы знаете, в такую штуку ничего нельзя выиграть. Тем более, они все круглые. Все это будет срываться и падать. Так что я в это не верю. А вы? Жду ваши комментарии. Смотрите, какая у нас сумасшедшая здесь люстра. Какое небо. Звездное небо и люстра. Народ бегает, ходит, знакомится со всем. Блин, какая лестница. Ну, во всех кораблях плюс-минус одинаково. Вот как бы ничего нового, пока мы не увидели. Сейчас кто записывается на экскурсии? Кто записывается в едальню? Кто уже пьет в баре? Сейчас такой здесь бардак, все ходят с сумками. Никто не может попасть в свою каюту, потому что они еще убираются. А мы здесь вот в казино стоим. На верхней палубе смотрим, в какую же сторону нам податься. Видите, еще с чемоданами. Ой, смотри, это не чемодан, это кто люди с проблемами. Здесь есть всякие тележки, тебя довезут и привезут. И, в общем-то, ты не будешь себя здесь чувствовать ущербным или обделенным. Вот в Ля Бистро записываются люди. Можно поесть в гарден-кафе, быстренько самим все, как говорится, all you can eat, такой шведский стол. А можно культурненько посидеть за столом, где тебе принесут все на подносики. Вот. Наконец-то мы нашли свою комнату. Она просто сама по себе так вот отдельненько стоит. Ни в каком ни коридоре. Мы шли. Сейчас убираются у нас. Ну, разрешили нам, как говорится, побывать в своем номере и оставить вещи. Ну что, пойдемте вместе со мной. Ну вот, мы в нашем уютной каютке. У нас такая большая king-size кровать. Ну, смотрите, здесь нет места еще для кого-то. Знаете, обычно здесь откидываются полки сверху, здесь такого нет. Вот здесь у нас такие уютные полочки. Полочки, да. Угу. Маленькие тумбочки. Вот здесь уже какие-то объявления нам делают. Здесь уже положили, что у нас первый день будет. Всякие нам бумажки положили. Сейчас будем читать, изучать. Что у нас здесь еще есть? Стульчик, столик. Конечно же, телефон. Вот вы меня нас видите в отражении. Это наше зеркало. Гардероб у нас есть здесь. Шубку я уже свою сюда повесила, потому что у меня уже достала. Носите. Ой, какой у нас шкаф-купе. Такого ни разу не было. Такой красивенький, аккуратненький. Маленький очень телевизорик. Но логично сделан напротив кровати. Все здорово. Вот, давайте посмотрим, что у нас там в туалете. Открываем. О! Ну, в принципе, да, стандартненько так. Плиточка лежит. Все у нас уже убрали. Нам ждать нечего. Хотя он нас предупредил, что типа у вас еще не убрано. Это обычный унитаз. Ну, давайте откроем душевую кабинку, посмотрим, как тут все устроено. Я с собой взяла шампунь и гель для тела, то есть лосьон для тела, потому что в прошлый раз этого не было. Мне пришлось выпрашивать. Есть, видите, мыло есть, есть кондиционер, шампунь, хотя я тоже с собой взяла. Вот. А для тела никаких кремов не было. Я в прошлый раз мучилась, думаю, господи, что ж такое-то? Ну, сюда можно что-то посушить, повесить. Кстати говоря, никаких мазилок нету. Обычно вот здесь, вот здесь у нас в раковина. Здесь у нас находится мыло. А боди, как говорится, лошади-то и нету. Нет, все аккуратно, все. Ни одной капельки, ни одной, как говорится, волосинки. Все очень классно убрано. Это вот и для лица. Полотенца меняют каждый день. Можно несколько раз в день. Главное, чтобы их бросить на пол, тогда они поменяют. А если вы их аккуратно сложите, их менять не будут. Принцип основной – брось на пол. Они хоть несколько раз тебе будут менять. Здесь проблем с этим нет. Здесь своя прачечная есть. Вот. Ну вот как-то так. А, ну конечно, здесь мини-бар должен быть. Смотрите. Давайте посмотрим, откроем, что у нас тут под столиком. Вот у нас холодильничек, мини-бар. Что у нас тут стоит? Вода. Эта вода вся, да, за деньги.
долларов 6. А, вот правильно, цена 6,50 и 5,50. То есть, захочешь попить просто водички обычной с газом, вот такие денежки заплатишь. Весь алкоголь в баре. Здесь бара нет никакого другого, только вода. И фен почему-то, я опять же не понимаю, почему его приделали внизу. Я в прошлый раз пыталась стоя волосы посушить, пришлось присаживаться. Даже с моим ростом не получилось у меня. Ну, вот как-то так. Вот я вам такой сделала обзорчик каюты. Ну, а сейчас мы пошли гулять, искать приключения. Потом переоденемся, когда чемоданы принесут. Чемоданы, кстати, еще не принесли. Вот сейчас убрали комнаты. Смотрите, вот мы находимся здесь, в середине корабля. И вот здесь все нам рассказано. Куда бежать, где спасжилеты лежат, как их одевать. Но прежде чем сюда приехать, мы несколько раз посмотрели видео, как одевать спасжилеты. Вот, ну здесь еще инструкция. Я не знаю, когда будет emergency, или когда будет что-то звонить, гудеть, будет ли вы эту инструкцию читать. Наверное, надо заранее потренироваться. Вот, здесь какая интересная система. Карточка стоит, свет есть. Вытаскиваешь, хоп, и свет гаснет. Хоп, и свет опять включился. Вот так вот автоматически включается здесь свет. Ну что, пошли изучать корабль. Выходим. Ну что, правильно, что мы не стояли в очередях и не букли себе эти, не заказывали рестораны на отдельные дни, отдельное время. Пришли в свой номер по нашему вот этому интерактивному телевидению. Все это сделали. Выбрали рестораны. Выбрали французский «Ля Бистро». Французская кухня. Будем там кушать в Медитеррейном. Средиземноморская. Миди. Да, миди будем кушать. Ну, там посмотрим. Главное туда попасть. На определенное время нужно было записаться. Вот у меня обращает внимание, я всю ночь не спала. Вот такая бомжарка сегодня. Но уже поела, уже лучше. Чувствую себя лучше. Вот, что еще? И заказали мы еще стейкхаус. Тоже на один из дней. А есть рестораны бесплатные, где ты ждешь, пока тебя обслужат. Если ты покупаешь там вино, ты за него платишь. Соответственно, они предполагают, что если они тебя так обслужат, ты должна заказать вино. Вот. Тогда да. Вот, и что еще? А так будем в кафе ходить. Здесь несколько, сколько-то, 5 или 6 бесплатных мест. Надо все успеть сходить. У нас же 12 дней круиз, правильно? Вот, ну сейчас ждем чемоданы. Переоденемся. Пока еще холодно, полу не хочется выходить. Пока еще нью-йоркское время холодное. Вот, ну а потом, как говорится, будем осваиваться. Но все очень похоже, как на предыдущем корабле. Ничего нового. Как чувствуешь себя, в общем-то, как дома. Ничего нового. Вот эту воду за 5,50 мы нашли в холодильнике Flow. А сейчас пришел к нам наш housekeeper и принес нам две такие маленькие водички. Горничная, да. Но это мужчина, горничная мужского пола. И принес нам две вот такие, что, в общем-то, равно. Да? Я сказала, говорит, а вам, говорит, фри. Бесплатно, говорит, пейте воду. Я говорю, вау! Что-то что-то бесплатно дали. Это прям невероятное что-то. Я говорю, спасибо, спасибо. Интересно, это за красивые глаза дали или всем положено? Вот, не знаю, оставляйте комментарии. Ну что, пошли исследовать корабль. От нашего каюты двигаемся вперед. Я подготовилась. Микрофон на мне. Надеюсь, слышно меня хорошо. Вот смотрите, сейчас вот чемоданы принесли. Я, правда, наш уже чемодан взяла. Уже разобрала, уже переоделась. Что немаловажно. И теперь с вами гуляю по кораблю. Делаю это в первый раз вместе с вами, мои дорогие зрители и гости моего канала. Вот выходим к лифтам. И знаете, куда пойдем? Давайте попробуем пойти на 16-ю палубу, посмотреть, что к чему. Давайте глянем, что на 16-й палубе.